Поскольку этот коллиматор использует своеобразные батарейки формата N, приходится подыскивать те, которые выдерживают отдачу 12 калибра. В данном случае поставил кодек. Посмотрим, что с ними будет после десятка выстрела. Смотрим. Внешним осмотром повреждений не обнаружено. В отличие от других батареек, которые сминались у нас вот в этом месте. А сегодня отстреляли достаточно много. Наверное, сотню патронов пулевых. Поэтому рекомендовать не будем, но тем не менее. Батарейки Kodak и коллиматор Bushnell, наверное, сладкая парочка. Всем пока.